Друзья, привет! Сегодня видео про веб-камеры. Для трансляции видео в хорошем качестве необходима соответствующая техника. Найти хорошие варианты по адекватной стоимости можно на AliExpress. Там много достойных веб-камер для стрима и не только, при этом не уступающие по параметрам и функциональности брендовой продукции. Все ссылки на представленные модели в описании к ролику. Там можно посмотреть и стоимость, которая периодически меняется, интересующие вас характеристики моделей, которые не были озвучены. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, так вы не пропустите новые полезные видео. При выборе веб-камеры обратите внимание на следующие критерии. Качество изображения. Из существующих видов HD, Full HD, 4K. Наибольшего внимания сейчас заслуживает 4К. Наличие встроенного микрофона. Почти все модели, представленные на Али, оснащены микрофонами. Автофокусировка. Выпускаются камеры с ручной настройкой фокуса и автофокусировкой. Предпочтение отдается второй версии. Виды подключения. Бывает через USB кабель и по Wi-Fi. Дополнительные опции. Картинка всегда будет качественной, если используются такие технологии, как адаптивное освещение, стабилизация экспозиции, цифровой зум и прочее. Теперь рассмотрим подробнее интересные варианты. EACE F08. Устройство хорошо снимает даже в условиях недостаточной освещенности. Видео получается с насыщенными цветами, чистым звуком и детализацией. Установка простая, широкая совместимость с операционными системами ПК. Интерфейс USB 2.0, 6 мегапикселей. Разрешение 2560 на 1440. Частота кадров 30 кадров в секунду. Длина кабеля 1,3 метра. Yanzu PGR-008 со стереомикрофонами. Микрофоны в камере всенаправленные. Изображение получается четким, звук чистым. Управление устройством простое, интерфейс понятный. Установка горизонтальная. Частота кадров 30 кадров в секунду. Битрейт 192 килобита в секунду. Угол обзора 120 градусов. Разрешение 3840 на 2160. 8 мегапикселей. Есть автофокусировка. PapaLook AF925. Модель с пятислойным стеклом. Изображение четкое. Камера обеспечивает плавное воспроизведение записи. Отличается быстрым и точным автофокусом. Звук всенаправленный. Звучание чистое за счет системы шумоподавления в микрофоне. Технические данные позволяют использовать модель для передачи информации в режиме реального времени. Интерфейс USB 2.0. Частота кадров 30 кадров в секунду. Разрешение 1920 на 1080. 2 мегапикселя. Есть автофокусировка, есть встроенный микрофон с шумоподавлением, угол обзора 65 градусов, есть поддержка видеоконференции, длина кабеля 2 метра, вес 181 грамм. AUSDOM AF640. Отличная бюджетная модель. Устройство работает в формате высокой четкости. Для стрима или видеоконференции требуется минимальная подготовка. При недостаточном освещении выполняется автоматическая коррекция. На сайте магазина размещен подробный обзор. Интерфейс USB 2.0, угол обзора 90 градусов. Частота кадров 30 кадров в секунду. Разрешение 1920 на 1080, 2 мегапикселя. Есть автофокус. Также имеется встроенный микрофон с шумоподавлением. PapaLook PA930. Дизайн скопирован производителем с трендовой веб-камеры Logitech StreamCam. Поставляется модель с триподом, крышкой для объектива и салфеткой для протирки линзы. Разрешение видео 2К, угол обзора 90 градусов. Частота кадров 60 кадров в секунду. Сенсорные пиксели 1920 на 1080. 4 мегапикселя. Фокус фиксированный. Есть встроенный микрофон. Вес 80 грамм. Spedal AF926. Отличный выбор для потокового вещания. Модель пользуется на Али популярностью благодаря чистому и реалистичному изображению и четкому звучанию съемки.
Среди преимуществ – широкая совместимость, автокоррекция подсветки, автофокус, разрешение 1920 на 1080, 10 мегапикселей, интерфейс USB, угол обзора 80 градусов, частота кадров 60 кадров в секунду, фокусное расстояние от 7 см и до бесконечности. DeepStage DW49. Лучший звук наблюдается на расстоянии 60-80 см. Среди опций – монтированный микрофон, шумоподавление, автофокус, адаптивная подсветка. Корпус удерживает гибкий регулируемый штатив. Разрешение 3840 на 2160, 8 мегапикселей. Интерфейс USB. Частота кадров 30 кадров в секунду, угол обзора 80 градусов. PapaLook PA552. Вебка с технологией шумофильтрации. Еще она оснащена кольцевым светильником. Это позволяет делать качественную съемку в условиях недостаточной освещенности. Линзы пятислойные стеклянные. Корпус пластиковый, прочный. Разрешение 1920 на 1080. 4 мегапикселя. Интерфейс USB. Частота кадров 30 кадров в секунду. Угол обзора 75 градусов. Ausdom AW651. Среди основных опций камеры – автофокус, который настраивается в течение полусекунды. Микрофон используется двойной, шумоподавлением. Поставляется с регулируемым штативом. Разрешение 2560 на 2048. 5 мегапикселей. Интерфейс USB. Частота кадров до 60 кадров в секунду. Фокус 90 см и более. PapaLook PA920. Не так давно модель появилась на просторах Али, но успела завоевать популярность. Среди преимуществ – простая установка, четкая картинка и чистый всенаправленный звук. Разрешение 2952 на 1944. 5 мегапикселей. Интерфейс USB. Частота кадров 30 кадров в секунду. Фокус 90 см и более. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик и не пропустите все самое интересное.